Один флюорограф на базе КАМАЗа, три автомобиля для выездов терапевтов и три скорой помощи. Это все автоновинки городской больницы за 2019 год. Последнее пополнение произошло совсем недавно. 27 декабря автомобиль скорой помощи вручили нефтекамским специалистам в Уфе. Фельдшеры говорят, что с обновлением автопарка трудиться стало легче. Облегчение в том, что, во-первых, это тепло. В холодное время в тепле работать очень комфортно. И, соответственно, новое оборудование, новейшее практически. Самое крупное обновление больничного автопарка – это передвижной флюорограф. Он поступил на работу в нашем городе буквально 2 недели назад. Флюорограф уже все, бригада укомплектована, уже выезжали они, все, первые клиенты, пациенты уже обслужены. Еще три автомобиля предназначены для работы терапевтов на вызовах. Колесят по городу вот уже полгода. Водители и врачи машины одобрили, поскольку выезд к пациентам проходит максимально оперативно. Лариса Миронова, Зада Бличин, информационная программа «Время новостей».